Всем добрый вечер. Иду на закат. Сейчас будет у нас вечерний эфир. Ну, пока иду, включил камеру. Все-таки солнце в самый последний момент спряталось за облачка. Теперь оно какое-то размывчатое такое. Размывчатое. Это, наверное, такого слова, наверное, нет. Но все равно красиво. Посмотрите, сколько людей приехало полюбоваться закатом. Ну и мы под самое... Вот самый конец. Я просто не так давно приехал, поэтому не вложился в нормативы. Но ничего. Возможно, будет интересное после заката. Зато поснимал. Ой, тут. Я по центру дороги, как всегда, поснимал вам много всякого интересного за пределами Лазаревского. Народ вышел действительно, так смотрите. Ну, выходной еще. Этот ролик будет коротенький. Напоминаю, все основное у меня на Дзене. И планирую сейчас для Дзена снять еще и что-нибудь о природе. Пока будет заряжаться камера. Последний момент. Хотя, может, после заката будет красивая, бог его знает. Что, всем спокойной ночи. На сегодня это, наверное, будет заключительный ролик. Хотя, кто его знает, что-нибудь еще, может, загружу.